Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Страница 30, задание внизу страницы. Выполни деление с остатком и сделай проверку. 48900 нужно разделить на 80. Начинаем деление с числа 489. 48 десятков на 8 делится, это получается 6. 48 десятков – это 480. 9 минус 0 – 9, сносим 0. 9 десятков на 8 не делится, делится 8 десятков на 8, получается 1. 0 минус 0 – 0, 9 минус 8 – 1, и сносим 0. 10 десятков на 8 не делится, делится 8 десятков на 8, получается 1. 0 минус 0 – 0. И 10 минус 8 – 2. Для проверки сначала 611 умножим на 80. 1 на 8 – 8. 1 на 8 – 8. 6 на 8 – 48. Сносим 0. 48880. Прибавим остаток 20. 880 плюс 20 получится 900. То есть получается 48900. Пример решен верно. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на нашу группу в социальных сетях.